из-за чего выходит масло из выхлопной трубы. Интересно, смотрим дальше. Всем привет, меня зовут Виталий, и в этом видео я расскажу о том, что многие и так знают, что единственный способ, которым масло может выйти из выхлопной трубы вашего автомобиля, это попасть в поток выхлопных газов вашего двигателя в той или иной точке. И зачастую некоторые из этих сбоев более распространены, чем другие. И вам определенно стоит понимать сложность каждого из них. И первая причина, я бы хотел бы отметить, клапан принудительной вентиляции картера двигателя. Он отвечает за перенаправление определенного объема дымовых газов в каждый цилиндр для дальнейшего сгорания. И в таком варианте засорение этого клапана может привести к избыточному давлению в картере двигателя, что приведет к обходу уплотнений. В результате масло может попасть в выхлопной трак самого двигателя. Вторым вариантом, который бы я хотел бы отметить, это прокладки головки. Также может нести ответственность за непреднамеренное попадание масла в поток выхлопных газов вашего двигателя. Ведь при правильном функционировании прокладки головки двигателя, в которой она отделяет жидкости автомобиля друг от друга, скажем так, также вы знаете, что прокладки головки также предотвращают попадание жидкости в саму камеру сгорания двигателя. Однако из-за неисправной прокладки головки масло может попадать прямо в один из нескольких цилиндров. И чтобы выявить этот вариант, необходимо первоначально померить компрессию в одном из цилиндров. Третьим вариантом я бы хотел бы отметить это направляющую клапана двигателя, который предотвращает прохождение смазочного масла через стержни клапана головки блока цилиндров. Но, как и любой другой компонент, направляющие клапана двигателя подвержены износу. Как бы с течением времени эксплуатации и износу самого двигателя. И в свою очередь это дает возможность маслу проникнуть в выхлоп двигателя, зачастую синевато-серым дымом, в качестве побочного продукта. И в таком варианте очень часто можно увидеть, как масло выходит из выхлопной трубы вашего автомобиля. И четвертому варианту я бы хотел отнести, это поврежденный один из цилиндров двигателя, а именно поршневые кольца, которые в своей работе перемещаются вверх-вниз вместе с движением самого поршня цилиндров. И вы знаете, что эти кольца выполняют жизненно важную функцию, предотвращая чрезмерные потери при сгорании любой топливной смеси, создавая компрессию. И когда одно из некоторых колец сломается, то через него утечка масла, выхлопные газы двигателя происходит очень быстро. К пятому варианту я бы хотел отнести это треснутый блок или головка блока. Я думаю, вы знаете, что конструктивно двигатель состоит из блока и одной или нескольких головок блока цилиндров. Эти основные структурные компоненты должны оставаться в идеальном состоянии, чтобы производительность двигателя была максимально качественной. Однако трещина в головке блока цилиндров или головке цилиндров иногда возникает, что часто приводит к утечке моторного масла в камере сгорания. Когда это происходит, масло уносится вниз по потоку, пока в конечном итоге не выйдет из выхлопной трубы автомобиля. И чаще всего эта проблема происходит после обильного перегрева вашего двигателя. И шестым вариантом я бы хотел бы отметить это повреждение поршня. И в некоторых редких, конечно, случаях головка одного или нескольких поршней двигателя может быть повреждена, что приведет к вытеснению масла в камере сгорания двигателя. И вы в дальнейшем сможете замечать, что некоторое количество этого масла сжигается, а все остальное масло выбрасывается ниже по потоку в выпускной коллектор вашего двигателя через открытые выпускные клапана.
И это достаточно серьезно, ведь часть этого масла будет вытолкнута из выхлопной трубы вашего автомобиля, тем самым оставит пятно на асфальте. Первоначально это происходит очень даже незаметно. Из-за этого в таких случаях я всегда рекомендую промерять уровень масла каждую 1000 километров, дабы предусмотреть возможные варианты и заранее их устранить. И если это видео было вам полезным, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. И до новых встреч, и всем пока. Не забудьте подписаться. Убедитесь, что вы подписаны именно на мой канал. Проверьте вашу подписку еще раз.